Привет, ребята, с вами Антон. Мы продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Мы оказались в подземелье, которое принадлежит культу местному. И сейчас наша цель совершить побег отсюда, скорее всего. Но это если чисто по логике судить. Такие вот дела. Мы убили эту швабру, и стало как-то полегче, что ли. Здесь, кстати, закрыто. Да. Печально, но это факт. Ой, туда я не хочу идти. Сейчас нам нужно собирать по возможности боеприпасы. Потому что у нас все с этим плохо. Видите, да? Один ножик остался. То есть все наше оружие где-то в другом месте находится, возможно. Или его просто выбросили. Что, кстати, еще хуже. Ух ты! Уклониться очень тяжело. Готов. Так, нам надо полечиться, да? Отлично. Ну, с остальной трубой мы еще дадим отпор достаточно хорошо. Вот этим хотя бы мужикам в костюмах. Так, тут заперто. Нам сюда, скорее всего, еще предстоит вернуться чуть позже. Но добили. Отлично. О, сколько у нас патрон? Блин, 9 всего. Это печально, конечно. Хотя, на самом деле, лучше даже, чем ничего. Боеприпасы. Вот эта вещь хорошая, на самом деле. На всех этапах прохождения, однозначно. Тут что-нибудь полезное у нас будет, не? Ой. Все-таки музыка, наверное, это единственная хорошая вещь в этой игре. Это вместо шерифа только сейчас заметил, кстати. Да уж, незавидная судьба. Понятно. Ключ не от этой двери, значит, да? Опа. Да вы чё? Ну всё. Вдвоём на одного упыри. Так же никто не делает. Это не по-человечески. Подождите-ка, заперто? Заперто, да. Разработчики нам решили, кажется, сюрприз приготовить, да? Под финал, под самый. Вот так-то. Офигеть, ты живучий оказался, а? Упырь. Прекрасно.
А, ну тут, наверное, тоже ключик понадобится. Только чуть позже, правда. Большинство дверей закрыты. Это совершенно неприкольно. Что ж ты будешь делать-то? Ну, я с вами сейчас справлюсь. Пипец. Да что ж, мать ваша, ну как так, а? Сукин. Пиздец. Достали, а? Повоюем. Так. Пипец. В общем, еле-еле заспамил я тут. Четырех врагов сразу. Нет, пятерых. Это, конечно, было очень проблематично, но все-таки сделать удалось. Давайте потратим последнюю лечилку. Во благо прохождения дальнейшего успешного. Патроны специально тратить не стал. Так, тут есть что-нибудь интересное? Давайте сразу поставим пистолет. Что делать-то? А, понятно. Отлично. А. Ну, давай, 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 быстрей. Алекс, ну, налегни. Тиха, скрезня. Так, и куда идти, интересно? Давай, давай, милый, пролезай. Не задерживайся. Друзья, сейчас у нас с вами
очень критический момент, потому что у нас крайне мало боеприпасов, и я не знаю, как мы будем дальше проходить, если честно. Игру. Знать бы еще куда идти. Опа. Там у нас стреляют сзади. Офигеть. Просто проспамили меня. Ах ты гнида. Будешь меня тут ружьем своим? Пипец. Охренеть можно. Офигеть. Это было сложно. Что у нас там со здоровьем? Ну, плохо все, очень. Давайте на карту взглянем. Ой-ой-ой-ой. Ладно. А сюда. Нет ключа, говорит. Зашибись, правда? Давайте что ли сохранимся? А то фиг знает что, началось. Не. Вот сюда. Отлично. Теперь бы еще разобраться, куда идти. Что ж, продолжаем. Сейчас у нас будет небольшая загадка. Давайте же ее решим. Так. Я даже не буду вам объяснять алгоритма. Это бессмысленно. Просто делайте, как показано. Двигается очень медленно, к сожалению. Увы. Но... это как-то так. В общем, загадка такая паршивенькая достаточно и отнимает очень много времени, если вы не знаете, как ее проходить. Я примерно знаю, но погода это не меняет. Вот так вот. Такие вот пирожки. Тут у нас два глаза. Придется крутить. Именно глаз должен стоять на внешнем круге. То есть это по-любому. На внутреннем вы уже поняли, что должно находиться. Очень муторная загадка и надоедливая, но тем не менее проходимая. Эта табличка в гравированной стене, надписи сделаны странными символами. Это огромная тяжелая дверь, я чувствую, что с той стороны высокая температура. Все-таки я, может, что-то делаю неправильно. Похоже, этот кинжал можно использовать где-то еще. Кинжал.
А, вот оно как. Давайте сразу все протыкаем. Блин, еще одна. Наконец-то. Мы семья Шепардов для гаранта нашей защиты и процветания заключаем этот священный договор. Понятно, короче. Вон знак изображен с трезубцем, куда он ведет. Так, на внутреннем круге, похоже, должны быть изображены весы. Понятно, понятно. Давайте попробуем. Честно, даже не представляю, что можно тут еще сделать. Вот, отлично. Сейчас все будет, не беспокойтесь. Значит, вот так. Ой. Отлично. Дайте пройти. Жертвенный алтарь семьи Фич. Понятно. В общем, это у нас местное кладбище. Наверное, очередная загадка, да? Алтарь Шепардов. Give that to me. Someone will see us. No! It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Why are we here, Alex? What's going on? What's the matter? You scared? Oh no, I'm cool. It's just... Dad never lets us out on the lake. Not you, anyway. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Oh, yeah?
Why'd he give me this? What is that? That's Dad's ring. But he told me not to show you, so I guess that makes me cooler. Let me see it. No! What a piece of crap. It's not. It's worth more than $1 million. That's why Dad gave it to me. Give that back! Supposed to be. I chose you. Now you've ruined it for all of us. Oh. No, he's okay. He said, right? He's like... Да. Алекс, что ты натворил? Жесть. Что ж, давайте сразу поставим винт. Ой, ты, блин. Офигеть. Надо валить побыстрее. Три патрона. Теперь два. От этого мне легче. Да вы издеваетесь. Так, ну теперь только труба остается. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Офигеть. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте полечимся сразу. Все-таки попались, да? И как тебя достать-то? Вообще не уклониться даже.
Блин. Все меньше и меньше у нас с вами шансов. Блин. Просто антиспамить не дает даже подняться. Офигеть. Я даже не знаю, что делать с ней. Бесконечный спам. Пипец. Я все, я пас. К ней даже не подойти, ничего. Ну блин, удалось всего лишь два раза ее ударить. Видите, что творит? Просто подойти нереально. Один раз только заблокировать удалось. Все. Промазал. Ой-ой-ой-ой. Ну, вставай, Алекс. Пипец.
Фух. Да. Это что такое? Вот это просто лол. Вы разблокировали костюм заместителя Алекса. Вы хотите? Давайте сохраним. Интересный поворот, кстати, неожиданный. В первый раз за прохождение всех Silent Hill'ов, какие только можно, я получил концовку НВО. Ох, да. Ну, все. Надеюсь, вам это прохождение понравилось также. Надеюсь, вам это прохождение понравилось так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.